Всем привет! Сегодня у нас будет опять тест и прокачка другого Огнекрыла. Сливаем огненную защиту, ставим ложный выпад. И давайте сразу сейчас паролим карты изначально. Может, что-то интересное выпадет. И будем сейчас тестировать сложным, а потом дальше уже как повезет. Еще с каменкой надо протестить, посмотреть. Ну и на атаку что-то интересное. Так, Ярость Небес — это не то. Ожог уже был. Это четверка даже. Каменка четверка. Так, идем на нашего стрелка. Стрелок. Стрелок. Ракушка не нужна. У стрелки сразу пятерки падают. Так, не надо. Еще одна ракушка. Ладно, паролим на другом стрелке. Этот у нас на ракушке. Так, ну что там? Что-то будет интересно, упадет или нет? Так. Стойкость. Ну, стойкость, думаю, для него это лишнее будет. Да, жизни у него будет много, но не особо интересно. Сейчас герои так ватные. Так, ремка. Ну, ремка нам никому не нужна. Сливаем ее. Это нам уже тоже не надо. Рассвета уже некого качать. Гнев. Гнев — это лучше рунами собирать. Тяжелый удар. Ну, это не из этой оперы. Не для этого героя. Бег — это ролинубом надо ставить. Так, опять стойкость. Не то. Ну, давай какой-то... Какой-то каменка давай. Так, приговор. Жесть, стойкость сыпет просто. День стойкости, что ли. Воодушевление. Тоже некому ставить. Талантами полнобухвания неинтересно. Бастион четвертый. Так, ну чё там? Не хочет нам ничего топовое падать. Каменка нас покинула. Огненка уже есть. Спасибо. Ожог. Да. 300 карт никуда. Ну, ничего толкового. Ну, ремка там упала. С таких топовых ничего, в принципе, не падало. Окей. Поехали, коробочки. Ну, и что ты зависла? Я сказал, поехали, коробочки. Бум. Воодушевление. Ой, так. На ком там у нас еще не было воодушевления? Кого мы с ним не тестировали, ребят? Хрен его знает. Кого мы еще с автопрокеров не тестили. Взять по приколу, прокачать, доказать, какой нубский будет рон с воодушевлением. Так, кто у нас есть? Бигфут, и у нас уже заряжены по полной. Так, сейчас посмотрим, кто тут еще такой интересный. Есть тыковки, понятно, все. Кого бы интересно было еще посмотреть. Афинка есть. Фрэнки. Завтра выйдет, в принципе, скин. Пробовать Фрэнки с воодушевлением тоже особо смысла нет. Так. Еще у нас такой есть интересный.
Warlock cooldown, то в принципе никого особо нету. Единственный вариант шапку взять, зарядить. Но она у нас с богом войны. В принципе, сюда потом можно грубую силу. Сейчас надо подумать. По идее, она должна 1, 2, 3 дополнительно еще как минимум выстрел в 2 секунды быть. Так, ну ладно, давайте, что там, поехали. Такого вы еще нигде не видели. Так, есть шапка. Решили поменять. Поехали дальше. Гнев. Не то. Вот она, каменка, та, которая нам нужна была. Отлично. Так. Так, где там наш герой? Есть. Улучшить. Есть. Вот так вот. Ложный выпад. Талантик дает атаки 75%. Чуть-чуть больше, чем бастион. Да, будет урон сейчас. И также уклонение 8%. Для этого мы собираем нашего героя на... Ставим психощит. Больше жизни артефактом. Ставим его сюда. Меч молнии. Так. Все, вроде как бы все собрали. Сейчас у него должны быть... Вот уклонение 4750. Плюс у нас идет уклонение от слона 30%. От артефакта 15%. Плюсом ложный выпад дает 8%. Ну что, поехали тестить его. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Но урон, конечно, тут поярче будет, чем у бастиона. Однозначно, смотрите, что делается. Просто жестко он их сливает, конечно. Ну и сам сливается, все. А Богненку просто слился. Поэтому я и говорю, что атакующего плана талант, конечно, ему будет офигенно смотреться. Урона будет очень много. Но в плане выживаемости это будет просто жопа. Вот смотрите, что там делается. Все, он просто сливается. Фрейя была, по-моему. Или кто там, я что-то не посмотрел. Так. Ну, урон бешеный. Так, нам идет арахуяра. И видите, он ничего не может сделать. Жесть. Это просто жесть. Что делает этот герой? А вот сейчас вот варлок будет... Плюс хранитель. Но они не попадают. Варлока просто ушатал. Так, хранителя. Офигеть, там урон по 500 тысяч. Хранитель тоже до свидания. Все, все герои до свидания. Всем спать. Спокойной ночи, малыши. Вот так вот, ребят. Вроде, казалось бы, тоже неплохой талантик для него. Но я даже не знаю. Вот вам максимальный уклон, там можно, конечно, еще одну созвездие на уклон доролить, но я как бы не хочу из-за того, что все-таки крит должен быть хоть какой-то. Вот видите, крит через раз хоть проскакивает. Конечно, урона тут немерено. С грубой силой это будет, конечно, жесть полная, но смысла я пока грубой силы не вижу. Вот то же самое, что на грубой силе, просто крит будет сильнее. Зачем ему еще крит, если он и так всех сливает? Ну а миссы, как видите, мисс. Это жесть. Рунами, конечно, можно поставить утекание, тогда будет поярче все и получше. Ну, я думаю, этого не надо. Смотрите, стрелка просто ушатал. Стрелок своими вертолетиками просто не катит. Просто жесть. Так, что тут у нас Бигфут есть? Ну, давайте тут посмотрим, попробуем. А, чуть-чуть не туда полетел. Надеюсь, он вернется сейчас к Бигфуту. Да, отлично просто. Даже не знаю, каменка, наверное, будет интересно ему. Посмотрим по входящему урону. Так, активировал Фрейю.
Ну, Фрей амнисеет довольно-таки часто. А он Фрей, если сейчас не, он к Фрей сейчас близко не подойдет, но... Да, видите, ушатало. Ну, опять же, неплохо. По локациях сейчас посмотрим на него, но... Не знаю, не знаю. Так, вот есть. Есть у нас Некрос рядом. Сейчас мы попробуем к нему подобраться. Вот Некрос. 10-10 Некрос на 10-10. Плюс, конечно, там дохренище других. Смотрим. Так, на Некроса он параличем не особо действует. Ну, смотрите, живой. Как ни странно, очень живой и живучий. Выживает отлично. Стрелок нас долбит, башня нас бьет. Садхила у нас только его умение, и все же просто отлично. Да, неплохо, неплохо. Урон держит просто чудесно. Миссов столько. Ну вот, как видите, тоже убить не особо может. Ну вот, хил у него бешеный. Вот, наконец-то. Почти 1,5 минуты он простоял. Жесть. Ну, давайте тут посмотрим. Ну, по урону отлично, вообще вопросов нет. Да. Просто бегает и все шатает герой. На красу ему, конечно, наверное, далеко. Тут более универсальный герой. Так, смотрим, ворожай. Ну, слили. Без вариантов. Жизни мало. Вот урон есть, а жизни маловато. Так, а ну-ка пробуем еще разок. Запустим вот так вот. Урона, конечно, опять затащила. Ну, все, слился. Как видите, сливается очень быстро. Ну, где-то в районе 400-500 тысяч у него жизни. Это не так уж и много. А урона просто жесть. Так, смотрим. Слился, опять слился. Заблочили его умение, и все. Да. Порадовало меня это обнова, конечно. Я еще, конечно, до рун не дошел. Там на рунах тоже жесть будет. Надеюсь, скоро эти камни, как и на других серваках, будут продавать нам. Так, понятно все. Все с вами понятно. Побежали, посмотрим на подземочку. Как он здесь будет сейчас с таким уроном? Он жестокая. Выпускаем. Тут урона, конечно, больше, на 75%. Плюс уклонение еще добавилось. Посмотрим. Но урон, как видите, просто бешеный. Но у меня, честно говоря, не особо эти 8% радуют. Лучше, как у меня бастион поставить. Там хоть жизни больше будет. Уклонение и так у него заоблачное количество. Если было процентов 20, тогда да, не вопрос, а так. Ну, опять же, вот видите, слился. Слился, потому что получает больше урона. Поехали еще посмотрим, какой сборочки на него. В забытую идем. Идем тратить карты в забытой. Две карты. Поехали. Так, против нас Фрей. Смотрим внимательно. Это просто жесть.
Это просто, ребята, жесть. Вот смотрите, что делается. Прая просто сосет лапу. Я бы так сказал. Все. Просто ушатал Соло одну пачку. Соло один. Против Фрей и других героев. Это там не один на один. Там. Просто не знаю. Дисбаланс очередной. Потому что нарвешься на такого и... Что хочешь, то и делай. Так, череп, стрелок, Афина. Смотрим тут. И тут просто жесть творится. Бля, пиздец. Что это было? Вот что это было? Он один просто тупо расшатал их всех. Просто в одну калитку их ушатал. Это жесть, ребята, это жесть. Да. Нет слов. Поехали на арену, еще заскочим. Ну, достойно, достойно. Как по мне, и этот талантик хорош, но я не думаю, что я все-таки оставлю его в такой сборочке. Ой, у меня тут еще ворожей. Сейчас дальше посмотрим, может найдем кого-то топа. Вот видите, здесь умение его не активируется. А вот дальше урон, смотрите, какой. Это просто жесть. Да. Вот это да. Так, смотрим. Вот тут есть Фрея. Вот паралич. Просто вау. Настолько круто он их парализирует. 3 секунды. 3. Все, и побежали себе спокойно дальше. И опять урон у него. Вот форма подъехала. Ну, видите, пока мне он не бьет камень, это не герой. Но опять же, урон очень-очень отличный. Достойно, достойно, однозначно достойно. Вот так вот. Ну, не знаю, такая сборка тоже, как по мне, подойдет ему. Но я не знаю. Я, честно говоря, не особо вижу смысл ставить ему этих 8%. 75 атаки, классно, но 8%, это, честно говоря, там, ну, ему добавят. У него, хотя у него добавят это 1000. Если у него так получается, где там, 4700 плюс 3000, 7700 плюс еще пусть будет там 700, 8,5 где-то 1000, это уже неплохо. Если все наролить на уклонение, это будет в районе девяточки. Может быть, а даже больше будет, тут же еще куча разных уклонений. Ну, я смысла просто не вижу. Смысла не вижу, потому что у него уклоны и так немерено. Лучше ему что-то другое добавить. Какую-то отражалку, каменку, не знаю. Видите, мясуют жестко, но все равно будут попадать, сволочи. Но он просто Фрею унижает. Ну, Фрея тут добила. Тут сколько героев против него было. Но опять же, он выстоял дольше, чем все другие. Афина была, ворожай был. В общем, вот так вот, ребят. Не знаю, пишите комменты, как вам такая сборка. Вполне нормально. Вполне можно качать, но... Не знаю пока. Я жду еще несколько огнекрылов, тогда будем выбирать уже. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репостики. Всем пока.